О. Маленький. Не люблю такие маленькие. Почему такой маленький? Что маленький? Блин. Обычный пассажирский, что ты хочешь? Значит, на 5 человек? Даже 2 человека. Влезет, просто надо место. Не, не снимай, пожалуйста. Я не буду снимать, я же тебя не снимаю. Просто если грамотно сесть, то тогда все, мы вместимся. И снимать со спины рюкзак. Как говорят, и не только, но и в метро тоже. Это ПЛК. Тебе сильно напоминает. Я знаю, но это практика обслуживания. Практика. Вообще-то, ты понимаешь, о чем? Да, я понимаю, это у тебя есть стулья. Давай. Я нажал уже. Ага, что там? Подожди, подожди. Можно? О, автобус видно. Какой там автобус приехал? Тройка, по-моему, была. Приехал. Вот это да. Чего? Кто-то курицу готовит. Угу. Может, курицу кто-то нес, пока до нас. Что? Может, кто-то до нас уже здесь курицу нес. В Оливке? Да. Ты что? Не, я серьезно, а почему и нет-то? Может быть такое, что до нас кто-то еду здесь нес. И попахло немного. Дим, ну подумай, в Оливке есть курица. Ну, не обязательно надо есть, а может пахнуть так. А, ты имеешь в виду куры гриль везли? Да, например, я тебе про что говорю. Не про Алёхи вышли. Кошмар какой. Ну ничего страшного, это же лучше, чем куривом здесь. Это точно. Потому что здесь вообще нельзя курить, если ты не знала. Ой. Куры, знаешь, и... Нельзя вообще в лифте курить. Нельзя, да, курить. Ну все.